Болельщики на трибунах и напряженная игра на поле. Все как в большом футболе. Отборочный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч» проводится в нашей республике уже в третий раз. В этом году выяснить, кто же на поле лучший, в Черкесск приехали 13 команд из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Команды все время принимают участие в соревнованиях, играют постоянно в финалах. И для нас очень такой позитивный момент, что с удовольствием команды приезжают сюда, в Карачаево-Черкесию. То есть здесь им все нравится, здесь комфортно, здесь хорошее проживание, хорошее питание. Есть условия для того, чтобы можно было играть. Поэтому с удовольствием здесь мы и проводим этот отбор, чтобы определить лучшие команды двух федеральных округов, чтобы они потом нас представляли на всероссийском финале. Всего 3 возрастных группы и 6 билетов на всероссийский этап за первое и второе место. Что касается Карачаево-Черкесии, то по итогам этих игр 2 наши команды отправятся в Анапу и Туапсе состязаться с лучшими игроками со всей России. По мнению представителей Российского футбольного союза, их успех был ожидаем, ведь в последние годы в Карачаево-Черкесии развитию детского футбола уделяется особое внимание. Вот лет 7 назад, когда я здесь был, в принципе, футбола как такового вообще не было. Вот сейчас стали появляться поля. Я вот по своей деятельности занимаюсь, мы строим поля маленькие, большие, для школ, для образовательных школ. Сейчас как раз этим я вот и приехал, открывали вчера поле в Адыгехабле. Вот, то есть прекрасные условия, прекрасные дети, есть все для того, природа сама воспитаться. Мало того, что вот за последние 5 лет у вас уже появились достижения в кожаном мяче. Девочки выиграли, ребята тоже там подходят. То есть я вижу, что у вас развитие идет хорошим путем. Нас очень радует, что команды вот Хабес, Адыгехабль, небольшие, ну, у вас аулы, у нас это поселки, районы, они добиваются очень больших успехов на всероссийских соревнованиях, в финалах выступают, играют. И здесь вот организация, нам просто приятно находиться здесь и смотреть, как вот девочки играют в футбол. Спортсмены и их тренеры также остались довольны прошедшими соревнованиями. Многие обзавелись новыми знакомствами, получили драгоценный опыт. Нам очень нравится в городе Черкесске. Очень хорошо, я уже езжу, третий год езжу. И уровень организации всего в целом даже лучше, чем вообще на всех финалах России. Ну, поле здесь отличное. Правда, погода в первый день не порадовала. Немножко дождь шел, неудобно было, но старались, пытались играть. Но боевой настрой и желание победить во время матча было заметно буквально в каждой команде. Мадина Лайпанова, Роман Баюра, Заурлиев, Архыз 24.